И снова привет вам, дорогие зрители канала «Правильный выбор». В этом выпуске я покажу вам лучшие модели очистителей воздуха для дома или квартиры. Ballu AP110 – это не просто очиститель воздуха, но и эффективный обеззараживатель. В него интегрировано целых 6 ступеней фильтрации, среди них есть префильтр, который принимает на себя первый удар и ловит крупные частицы пыли, а также шерсть, пух и прочие деструктивные элементы воздуха. После этого фильтра те, кто выжил, встречаются с HEPA-фильтром, и вот тут уже отсеиваются даже мельчайшие частички – бактерии, микробы, пылевые клещи, пыльца. Затем воздух прогоняется через угольный фильтр, который устраняет неприятные запахи. Обеззараживанием занимается ультрафиолетовая лампа с фотокаталитическим фильтром. Они убивают различную вредную органику – грибок, плесень, споры. Также в очиститель встроен ионизатор, который насыщает атмосферу помещения ионами. Из интересного также можно выделить идентификатор качества воздуха. С помощью световой индикации он подскажет о состоянии воздушного пространства, и пользователь может отреагировать, включив тот или иной режим. Еще одним удобным элементом управления можно назвать встроенный таймер, который выставляется на отключение вплоть до 24 часов. У фильтра есть свой таймер, который напомнит об их замене в нужный момент. Отдельно стоит отметить ночной режим, при котором шум от работы устройства заметно снижается. Внешне прибор выглядит приятно и даже немного стильно. Панель управления расположена на верхней части корпуса. Управление незатейливое, справится даже человек, далекий от техники и электроники. Корпус достаточно компактен, самая большая его величина – высота, составляет 58 сантиметров. Поэтому разместиться стоя он может на любой подходящей поверхности и при этом не займет много места. Модель довольно популярна среди пользователей. Из положительных качеств в первую очередь отмечают широкий функционал, свежий и стильный внешний вид, возможность ионизации, качественную фильтрацию воздуха. Серьезных недостатков практически нет, разве что слишком легкий вес снижает устойчивость и прибор сильно шумит на средних режимах. Если вам вдруг захотелось купить себе эту модель очистителя или любую другую из ролика, то загляните в описание. Там будут все необходимые ссылки с ценами и подробной информацией. А также там вы встретите промокод, который сделает покупку немного приятней. Venta LW25 – это универсальный аппарат для мойки воздуха. И чистит воздух, и увлажняет его. Дизайн для модели выбрали довольно консервативный. По сути, это просто кубик с размерами в 30 см, с решетками и кнопками управления. Кнопок, кстати, всего две. Одна включает и выключает прибор, другая переключает режимы. Обслуживать модель может помещение до 30 квадратных метров. Очистка воздуха и его увлажнение происходят за счет купания молекул воздуха в воде со специальным барабаном. Тут же задерживаются крупные мелкие частицы загрязнений, как такового обслуживания прибор не требует, фильтров в нем нет. Нужно лишь периодически подливать воды прямо из-под крана, а также надо промывать поддон и барабан. Корпус очистителя разбирается полностью, поэтому его можно мыть даже в посудомойке. Также можно использовать отдельную специальную добавку фирмы Venta, которая очищает внутреннюю часть корпуса и при этом не вредит качеству воздуха. Модель довольно простая и неприхотлива, пользователи встретили очиститель в основном тепло. Отмечается высокая степень увлажнения и очищения воздуха. Плюсами также названы простота обслуживания, понятное управление, надежность. Из существенных недостатков можно выделить разве что высокую цену и невозможность отключения подсветки. Ставьте лайки, друзья, и пишите свое мнение о моделях в комментариях. Это не только нас вдохновляет, но и помогает развиваться и продолжать радовать вас свежими выпусками. Super Plus Turbo работает без вентиляторов, воды и других подвижных частей. Улавливание загрязненных частиц осуществляется за счет электростатического поля, в котором они заряжаются и притягиваются к специальной пластине. А заряд электричества насыщает воздух ионами и озоном. Прибор борется в том числе и с частицами дыма. Внешний вид и конструкция очень просты. Чем-то похож на радио в ретро-стиле. Управление механическое, буквально с двумя кнопками. Очиститель максимально экономичный.
экономич, он потребляет не более 10 Вт мощности, но при этом спокойно работает на площадях до 30 квадратных метров, пропуская через себя до 100 кубических метров в час. Неприхотлив в работе и обслуживании, нужно лишь иногда очищать электростатический фильтр. О том, что пришло время это сделать, напомнит специальный индикатор. Модель обладает достаточно скромной ценой по сравнению с другими очистителями из нашего ролика. Пользователи в основном рады приобретению, отмечают качественную очистку, устранение запахов и приятный на вид дизайн. Из недостатков выделяют сложность при разборке для чистки. Xiaomi Mi Smart Air Purifier 4 Lite – это современный и технологичный очиститель, который при мощности в 33 Вт может обработать около 360 кубических метров воздуха в час. Внешне выглядит приятно, в дизайне нет ничего лишнего, просто прямоугольная коробка с решеткой и функционалом. За очистку воздуха отвечает трехслойная фильтрация, из воздуха устраняются не только крупные частицы, например, шерсть, но и более мелкие, такие как пыльца, чешуйки кожи и даже дым. Также модель справляется с удалением неприятных запахов и прочих микроскопических частиц, вирусов. Управлять аппаратом можно дистанционно с помощью мобильного приложения. Отсюда его можно заблокировать, выставить таймер или включить очистку перед приездом домой. Поддерживается и голосовое управление. Alexa, Алиса или помощник Google могут принимать команды и исполнять их. На передней панели есть крохотный, но информативный дисплей. На него выводится информация о температуре, частоте воздуха, состоянии беспроводной сети и текущем режиме. Особо стоит отметить ночной режим, при котором не только снижается уровень шума работы, но и гаснет подсветка, так что ничего не будет мешать спать. Прибор относительно компактен и легок, переносить его из одной комнаты в другую можно вообще без проблем. Обслуживание тоже не должно вызвать каких-либо трудностей, фильтр меняется буквально парой движений. Пользователи в основном радуются покупке, отмечают качественную очистку от пыли, неприятных запахов и аллергенов. Также плюсом считают приятный внешний вид и компактность. Среди минусов отмечают иногда недостаточный уровень очистки от шерсти и пыли. AICC F8005 своим функционалом напоминает самую первую модель подборки. Внешне выглядит довольно просто, без изысков, зато внутри много чего интересного. Очистка воздуха происходит в несколько этапов. Сначала на фильтр предварительной очистки собираются крупные частицы пыли, шерсти и подобные. Затем воздух прогоняется через HEPA-фильтр класса H14. Он-то и собирает практически все, до чего не смог дотянуться предварительный фильтр. Все мельчайшие частицы, аллерген, пыльца, бактерии оседают именно на нем. Угольный фильтр в комплекте помогает избавиться от неприятных запахов. Дополнительной угрозой для всякого рода бактерий и микроскопической органики является ультрафиолетовая лампа. Ей помогает фотокаталитический фильтр, который также занимается удалением примесей и газов из воздуха. Ну и напоследок воздух ионизируется. В общем, модель получилась довольно эффективная и недорогая. Пользователи положительно оценили симпатичный внешний вид, компактность, легкая обслуживание, достаточный уровень эффективности. Недостатков обнаружено по минимуму, отмечают шумность и дороговизну сменных фильтров. Boneco P340 находится в средней ценовой категории нашей подборки, но при этом обладает достаточно широким функционалом. При мощности в 50 Вт может легко обслуживать площадь до 20 квадратных метров. Как и во многих моделях, очистка производится в несколько этапов. В авангарде стоит фильтр предварительной очистки. За ним следует HEPA-фильтр, после чего воздух добивает угольный фильтр, который устраняет неприятные запахи. Внешний аппарат выглядит довольно мило, чем-то смахивает на современные игровые приставки. Для удобства использования есть встроенный таймер с возможностью установки времени до 19 часов. Из мониторинга есть индикация качества воздуха, включения и выключения, а также необходимости замены фильтра. Для сладких снов предусмотрен ночной режим, снижающий шум от работы прибора. Из основных положительных моментов пользователями называются наличие сенсоров качества воздуха, таймера, приятный внешний вид. А вот сменные фильтры пользователи считают дорогими.
Smart Me Air Purifier P1 имеет необычный цилиндрический дизайн, благодаря которому очиститель может поглощать воздух на 360 градусов. Система очистки здесь тоже происходит в несколько этапов. Начинается все с фильтра предварительной очистки, затем подключается HEPA-фильтр. И последний угольный фильтр удаляет неприятные запахи. Ночью можно подключить ночной режим, он снизит уровень шума до 19 дБ и отключит все световые индикаторы. Управление инженеры решили разместить на верхней части цилиндра. Оно сенсорное с миниатюрным экраном. Подсветка экрана с автоматической яркостью, для транспортировки предусмотрена ручка. Управлять моделью можно как со смартфона, так и голосом. Команды могут принимать Алиса и голосовой помощник Google. Модель в основном понравилась пользователям за приятный внешний вид, эффективную очистку воздуха, хорошее соотношение цена-качество. Из недостатков отмечается сложность сопряжения с приложением и отсутствие индикатора загрязнения фильтра. А пока у меня все, дорогие друзья. Если вам захотелось еще, то обязательно подпишитесь на канал «Правильный выбор». Свежие подборки выходят на канале регулярно, ссылки на все модели аккуратно сложены в описании к видео. Там же дожидается своего клиента промокод, который сделает покупку немного приятнее. Не забывайте про лайки и комментарии, это нас очень подбадривает. А сейчас я с вами прощаюсь, до следующего выпуска.